Оу, это Линк, детка. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Гремлин Серж. И почему у меня не работает джойстик? Почему у меня не работает джойстик, скажите мне на милость. Да, у меня не работает джойстик. Все, наконец-то мое тело ко мне вернулось, я могу двигаться. И что я могу вам сказать, ребята? Сейчас для меня начнется самый сложный этап по воспоминаниям, потому что путешествие в деревню для меня почему-то в прошлый раз, когда я первый раз играл, далось очень сложно. Когда ты еще толком не привык к управлению, вы сами видите же, насколько все у меня плохо. Вот. Когда ты путаешь кнопки, и этот путь с четырьмя сердечками был для меня сложен. Так, давайте мы будем газонокосильщиками. Вот, садовник Линк. Он у нас... Ау! Это было больно. На самом-то деле. Ты думаешь, это я шучу? Нет, это было больно. Ну. Зельда во всей красе. Из кустов выпрыгивают солдаты, взрываются бомбы. Я ее видел, я уже ее увидел, но я начал движение вперед. Еще эти мухи. Ах, мир опасен. Мы сейчас умрем, не отходя от храма. Понимаете все, насколько плохо? Ладно, газончик мы покосили. И в принципе-то, нам далеко-то и смысла ходить некуда. Мы можем пойти сюда, здесь побродить, вот тут полазить. Но зачем? Не зачем, потому что мы еще ничего с вами не умеем. А, и еще я решил для себя попытаться прибегать... к прохождению как можно меньше и уже попытаться все-таки выехать на своей памяти. В ту сторону деревня Кака-Рика. Вот, все-таки я попытаюсь более-менее выезжать на памяти, руки помнят, а я делаю. Но это не значит, что я абсолютно отказываюсь от прохождения и буду своими силами все это делать. Нет. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае я все это буду делать, совмещая, давайте скажем так. Ладно, давайте побродим, что ли, еще. А, я помню это место. Новые враги, самые раздражающие меня, потому что нельзя их мечом бить. Так, а если мы в эту сторону пойдем, то мы здесь найдем... кучу камней. Так что так. Ну ладно. Все равно, я говорю, смысла распыляться нам нету. Так что идем в деревню. Практически вплоть до четвертого данжа по миру бегать смысла я не вижу. Так. Ну ладно. Вот. А мы-то еще можем и... вниз пойти. И здесь у нас лесочек. Вот. Да. Нет, бумеранг здесь работает хорошо. Мне прям нравится. Это нечто крутое и классное. Так, ладно. Мы правда заделались в садовнике. И не помню, почему у меня такие сложности все это вызывало. Но, ладно. Может, не это сложности вызывало. Но начало, оно и правда сложное для меня показалось. Ну, если учесть, что это была, в принципе-то, первая моя Зельда. Но, кстати, могу сказать, что с Зельды-то и началась уже вот эта любовь к ретро-играм. Ай-яй-яй-яй.
не ползай у меня по экрану. Вот. Ну, точнее, как. Я их всегда любил, но как-то подзапамятовал. Тут я встретил... Тауруса, начал смотреть. Начал смотреть. Так, я не помню, что ты делаешь. Я чувствую, что у тебя очень интересная судьба. Позволь, я тебе погадаю, это недорого. Попросить его. Фокус-покус, ты найдешь старейшину Сахасрахла. Господи. О, Сахасрахла. Это так как-то... грубо звучит. Срахла. За это я возьму 10 рупий. Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Вот. На самом деле, достаточно бесполезная трата. Но я вам показал, что здесь это есть. Ладно. Ладно. Ну и все. Вот мы, в принципе-то, пришли. В ту сторону деревня Кокорика. Ладно, я вот все занимаюсь всякой фигней уже на протяжении 5 минут. Но с другой стороны, рупии нужны будут всегда. Это, конечно же, не... О! Это, конечно же, не Соник. Давайте найдем врага и кинем в него курицы. Вот. А. Курица. Непослушное ты создание. Ладно. Но и в деревне-то у нас все достаточно плохо, ребят, на самом... Я хотел его вообще-то прочитать, Линк. Может, ты и читал, но мне-то было интересно. Привет, Сергей. Когда-то этот дом был убежищем для воров. Как же звали их атамана? А, точно, его звали Незрячий. Он не любил яркий свет. Так, ну, как всегда, заходим в чужие дома, разрушаем. Все, можем спуститься сюда, но здесь, чтобы... А, нет, в принципе, мы здесь уже можем... Или здесь все-таки как-то оно по-другому... По-другому разгадывалось. Взяли рупии. Хорошо. Вот. Ладно, это нужно выходить. И за... Ой, вот эти вот подъемы по этажам. Как же они долго идут. Так, один сундучок мы открыли. Второй открыли. Третий открыли. Осталось нам открыть четвертый. Так, давайте посмотрим, как можно открыть четвертый. Знаю как. Мы должны сначала вот этот столкнуть. Вот, и взяли еще рупий. Рупии нам пригодятся. Ну и вон тут еще можно взорвать стену. Но в принципе нам здесь больше делать нечего. Ладно. Зайдем. Каша какая-то зеленая.
Так, мне, конечно же, придется пару раз ставить игру на паузу, потому что, как бы, я немножечко готовлю кушать. Кто? О, это ты, Сергей. Чем я могу тебе помочь? Староста? Никто его не видел с тех пор, как колдун начал собирать жертвы. Что? Меч героев? Ну, я точно не помню, но давным-давно в этих землях жил и процветал народ, известный как Хилия. Хилия. Легенды гласят, что они оставили после себя неслыханные сокровища. Одно из них – меч героев. Этот могущественный клинок может одолеть любого, у кого злое сердце. Люди говорят, что этот меч спрятан глубоко в лесу. Ты понял легенду? Да, конечно, во всяком случае, поищи старосту. В деревне кто-нибудь да и знает, где он. Побереги себя, Сергей. Так. Да, и... На самом деле, вот это вот, я, конечно же, понимаю, что у Линка тень. Но, блин, выглядит это как щетина, особенно когда ты что-то тянешь. Ладно. Ладно. Так, ну ладно, верхнюю мы разобрали. Так. А здесь уже у нас разыскивается. Этот преступник похитил принцессу Зельду. Если увидите его, немедленно зовите солдат. Да, у нас такой начинается немного стелс. Немного стелс у нас здесь начинается. О, ты нашел несколько бомб. Теперь ты можешь взрывать врагов и предметы. Нажми кнопку А. Так, но это еще не все. Здесь у нас рупии. Еще рупии. Рупии. Блин, они же заканчиваются. У них определенное количество. Я их сейчас тут насобираю. Так, ладно. Ладно, у нас появились бомбы, поэтому почему бы нам не сходить и не закончить сразу. Вот. С этим подвалом. Вот я не помню, сколько рупий в этой части ограничено. А, вот. Ой, и этот замечательный звук. Что может быть лучше? Так. Жалко, что горшки нельзя мечом разбивать, потому что вот это вот поднимать очень бесит. Ты нашел часть сердца. Помните, я в первой части, в первом своем прохождении, почему-то говорил, что здесь в первой части Зельды есть... А, половинки. Нет, это у меня отсюда пошло. В первой части не было половинок. Ну и все, в принципе, здесь мы закончим. А, давайте точно прочтем вот эту табличку. Так, это все разыскивается. Ладно. Так. Ну и все, в принципе. Вот это мы не откроем. Можем пойти вот сюда. Ой, Негу! Приготовьтесь к 20-30 сериям по Зельде. Эй, это же Сергей, этого парня разыскивают. Солдаты, кто-нибудь, скорее сюда. Ах, вы сволочи. Но, в принципе, мне сражаться с ними всегда было лень. Поэтому я брал вот так вот, просто убегал с экрана. И возвращался. И все было хорошо. Такая мелодичная, успокаивающая музыка мне нравится куда больше. Так. И на самом деле вы можете присмотреться и увидеть, что там находится Марио. Ну, как же он покраснел-то, Линк? Ладно, этим можно заниматься бесконечно. Так.
С тобой мы не разговариваем. Если мы вот так вот сюда поднимемся, здесь... Так, здесь у нас птичка невеличка. Так, ты. Эй, господин, я смотрю, у вас нет ни одной моей чудо-бутылки. Как же так? Советую сейчас же исправить это упущение и приобрести всего лишь за 100 рупий одну такую бутылку. Ну как вам мое предложение? Я возьму одну. Отличная покупка, большое спасибо. И теперь идите и несите ее так, чтобы всем было видно, хорошо? Отличная сделка. Это чудо-бутылка, ты можешь положить в нее вещь, чтобы позже использовать ее. Да, и вот у нас это вот чудо-бутылочка, он туда помещается, а их будет 4 штуки. И вы скажете, типа, зачем? Зачем она тебе? Но я скажу вам, что нужно. Здесь нету ничего ненужного. Так, зайдем в этот домик. Так, здесь тоже ничего нету. Давай оторвем ведро. Так. Нужно же еще не забывать, что здесь можно толкать. Так, ну на самом деле это непростая птичка. Так, мне показалось или телефон? Ну ладно, мне, наверное, показалось. Так, ну ладно. Ну, понимаете, вот таким вот времяпровождением я буду заниматься. Я так играл, я так играю, и вырезать все это я не вижу смысла. Вот. Так что, да. Садовод Линк вот, стрижет газон. Но главное, что я их не жгу. Так. Блин, на самом деле уже можно говорить, что вот эта шутка про сжигание деревьев. Баян! Вот взяли, пришли в деревню и парк им испортили. Так. Если мне память не изменяет, я должен здесь сделать вот так вот. Да. И здесь мы с вами найдем двух мышей, которые нас сожрут. Бомбу. Ну, неплохо так подняли. Фух, ладно. Курочки. Гоняем курей. Этим можно заниматься вечно, знаете, это как фейбл. Можно избивать курей. Но на самом деле я все это делал именно вот для вот этого вот трындеца. Если долго избивать курей, то на нас начнут нападать летающие курицы. И достаточно сильно нас покалечат. Так, ладно, возвращаемся. В этот домик мы заходили с вами. Заходим, значит, в этот. Ну, в принципе, у нас столько рупий, что я хоть пойду и вторую бутылку куплю. Ладно. То, что все равно мне они понадобятся. Так, парень. Привет, Сергей. Прости за внешний вид моего двора. Он немножечко зарос. Спасибо, что заглянул и составил мне компанию. Я тебе расскажу одну интересную историю. Существует озеро, в котором живут Зора. У них есть сокровище, превращающее людей в рыбу. Хи-хи, хотелось бы на него взглянуть.
Ну, тот же самый, знаете, стиль Зельды, когда ты ходишь, собираешь слухи и догадываешься, что и как нужно делать. Вот знаем, что есть какое-то озеро, которое поможет нам... Так, я не могу выйти, потому что заболел, хе-хе. Люди говорят, я подцепил болезнь из-за злого воздуха, исходящего от горы. Шик-шимык. Это мой сачок для жуков. Я буду пользоваться им, когда мне полегчает. А пока возьми его себе. И мы с вами получаем сачок. Тебе дали сачок. С помощью него можно кое-что поймать. Так, все. После атаки мух мы наконец-то... Ну да, это было бы глупо надеяться, что и здесь мы Марио потянув сможем. Видите, сколько уже у нас предметов? А представьте, что вот это вот все заполнено. Будет. Так. Ладно. Целую серию, видно, я посвящу путешествиям. Так, этого парня нам не поймать. Ходят слухи, что ты похитил принцессу. Но я в них не верю. Спасибо, тетенька, я пойду поварчу свой суп. Супчик, ясное дело, от меня убежал. Как, в принципе, большинство девушек. Так. Давайте и здесь бомбанем. Извини, бабуль. Но это было бессмысленно. Но ладно, так уж и быть. Ну ладно. Кто не делает ошибок, тот не ошибается. Так, здесь опять куча-куча курей. Еще куриц. Слишком много цыплят. Так, стоять. Извините, конечно же, но я выжу, выдолбину. Курочка, нет! И здесь мы с вами возьмем 10 стрел. Лука нет, а стрел уже дофигища. Так. Давайте все-таки мы с вами... Мы с вами возьмем и пойдем купим еще одну банку. Лучше, знаете, я потом поднакоплю и все, чем брать и экономить. Я спродал все бутылки, приходи позже. А, понял, все, понял. Так, ладно. Мы сюда пошли, и потом я начал геноцид курочек. Так. Привет, Сергей. Староста, ты говоришь о дедушке? Хорошо, я скажу, где он, но не говори никому из плохих людей об этом. Он скрывается во дворце замка. Я отмечу место на твоей карте. Вот, пожалуйста. И нам нужно теперь туда будет. Так. И, в принципе, вот это подземелье мы тоже туда сразу же пойдем, и смысла нам ходить по карте я не вижу. Магазинчик. Могу помочь? Выбери себе вещь по душе. Нажми А, цены указаны. Да чё постоянно пиленькает? Это не мой. Вот. Вот это зельюшка хорошая, но ладно, я просто точно не помню, что она делает. Кажется, она просто лечит. Мы, конечно же, потом его-то приобретем все равно себе. Так. Не то. Блин. Я поймал пчелу. Поместить в бутылку. И теперь у нас есть банка с пчелой. Так что так. Так. Ладно, давайте досмотрим, что тут еще есть. У нас здесь есть еще вот такое место. Это что-то типа трактира. Бормочет. Мой сын очень любил играть на окраине, но он отправился на поиски золотой силы. И до сих пор не вернулся. Интересно, где он сейчас и что поделывает? Храп. Так, ты, дедушка... Погоди, я видел ее. Молодая симпатичная девушка была у холмов водопада желаний, где берет свое начало река. Сергей, я уверен, ты встретишь ее там.
Так. И помнится мне, можно взять вот здесь покосить траву. Вот, насобирать рупий. Но вот здесь вот, да, здесь вот есть проход, который я не сразу заприметил. Вот, и здесь мы с вами возьмем и получим пустую банку. И курицу. А давай, ладно, не будем мы курей ловить с очком. Это уж совсем как-то. То ты не хочешь заходить, то ты заходишь с одного движеница. Ладно, собираем рупии до предела. Это всегда вещь полезная. В принципе, можно зельюшку себе позволить купить, но давайте здесь еще доходим. Так, а это другой выход из деревни, которым мы воспользуемся. Так, здесь опять куча травы, которую мы будем косить. Ну и вот так вот в этой части решили нам растянуть геймплей. Ходить и косить траву. Так. Господи, как же это бесит на самом-то деле. Вы даже не представляете. Так. Мины, бомбы, господи. Так. А сюда мы... нет, не попадем. Пока мы не найдем определенную вещь, мы не попадем. Мы можем зайти сюда. Но здесь у нас мужичок, который... Если бы мой напарник не потерялся, мы смогли бы закалить твой меч в два счета. Но сейчас, увы, я ничем не могу тебе помочь. Да, пока что у нас гномик один, он нам ничем не поможет. Уже ждет, уже ходит, ладно. Так, ну что, ребята, предлагаю идти вниз. Потому что здесь у нас, в принципе-то, еще деревня не заканчивается. Здесь у нас еще такие окраины, знаете, самое такое романтическое, классное место, когда вроде там весь основной город, а ты... Ну... Я не помню, как разбегаться. И умеем ли мы это делать сразу. Ладно. Ладно, ладно. Так. Спускаемся. Вот, такая окраина. Мне сразу, знаете, вспоминается Dungeon Sage 2, который я так и не прошел. Вот. И там второй город во втором акте, Аманлу. И там, знаете, такой достаточно большой городочек. Но ты потом выходишь из него, а там еще продолжаются окраины. Да, Сергей, я поссорился со своим младшим братом и замуровал дверь в его комнату. Но мы-то не лыком шиты, поэтому мы берем с вами и будумс. Вот и все. Так. Эй, Сергей, ты пришел из комнаты моего старшего брата? Он все еще сердится на меня? Мирить мы вас, конечно же, не будем. А сейчас вроде будет сложная вещь. Если тебе удастся добраться до финиша за 15 секунд, мы дадим тебе кое-что ценное. На старт, внимание, марш! На самом деле я не помню. Хватит читать всякие надписи, немедленно иди выполнять свое задание. Ладно, давайте мы
запоминаем маршрут. Я просто думал, что... Да, его можно снять, но потом. Твое время 31 секунда. Ты не прошел дистанцию в отведенное время. Плохо, может еще разочек? Так. Как бы нам так лучше пройти? Ну, по факту. Мы можем срезать вот здесь вот. Вот так вот. Хорошо, поехали. А, нужно сменить экран. Так, на старт, внимание, марш. Поехали. Опа. 16 секунд. А где я мог вступить, скажите мне на милость? Ну ладно, давайте еще раз попробуем. Я помню, что это можно пройти сразу же. Не надо ничего ждать. А, затупили. Так. Не успеем, не успели мы. Так. Успели все равно. Да. Так. А по факту-то, в принципе, чё так, мы все равно должны достаточно много рубить. Ладно, давайте попробуем еще разочек. Или все-таки нам кое-что нужно... Я не помню. Уже чувствую, затупил. Вот здесь топорнулись. 17 секунд. Так. Да ладно! Ой, господи! Ладно, все, я понял. Это было интересно. Так. Поехали. От того, что ты нашел себе дорогу, это не значит, что ты можешь тупить. Сережа! 11 секунд, тебе удалось, поздравляю. За это я подарю тебе часть сердца. Ну и дари. Все. Уже половина сердца у нас есть в кармане. Ну ладно, уже не зря серия прошла. Но мы две банки с вами получили. Мы получили с вами сачок. А, мы вот теперь с вами получили два кусочка сердца. Все замечательно. Мы выполнили квест, как бы, теперь идем по-новому. Так, и в принципе, если вот так вот здесь мы возьмем и заглянем сюда. Ну, здесь толком ничего нету. Да.
Ну и ладно. Пойду, а то опять супчик убежит. Так, ладушки, оладушки. Мы... Давайте сюда еще заглянем. За 20 рупий я позволю тебе открыть из моих сундуков, и ты сможешь взять то, что там лежит. Давайте откроем сундучок. Давайте вот это. Мы получили 50 рупий, неплохо. Давайте еще возьмем. Коль везет. Это, в принципе, аналог, помните, тех пещер, который был. Так. Одну рупию получили. Ну и давайте третий раз откроем для красивого числа. Ну, конечно же, мы откроем вот этот сундук. И получили 50 рупий, и все. Отлично. В проигрыше не остались, можно идти. Так. А, ну и все, это вот возврат. Ну, хорошо. Идем тогда в новый данж. А это вот тот самый... Давайте я вам покажу, что будет. Да. Так его, детка. Но потом она, конечно же, будет пытаться убить нас. Ну, и это еще не все. Так. Уйди от меня. Так, если мы пойдем сюда, здесь у нас будет... Помнит... Да. Вот эта вот странная штуковина. Они берут и все разбегаются. И сюда мы вернемся с вами попозже. Так. Их опять здесь двое. Что может быть лучше? В чем еще есть такая небольшая беда? Перспектива. Не знаю, как вам, но мне вот всегда приходится понимать. Я не сразу понимаю, что это, да, вот, например, это верх, это горы, а не пропасть. Так, давайте порубим кусты, может здесь есть... О, мина! Но мина не солдат, мы теперь умны. Так... Ну и все, здесь больше делать нечего. Ау, вау, 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 полегче. Идеально просто. И в бок мы кинули. И опять он там зареспав. Конечно, мы можем. Так, ладно. Так, давайте аккуратней быть. Опа. Зачем мне ваши рупии? А, кстати, мы ж зелюшку хотели купить. Ну ладно, давайте пока что подождем. Так. Так, это у нас... Ох, чуть мина не взорвалась. А, это там, где мы, в принципе, сейчас вот мы можем взять подняться. И это будет у нас вход в замок.
который теперь охраняется страшными-страшными рыцарями. Я не могу пройти мимо кустов. Извините, это зависимость. Это зависимость. Но это зависимость до тех пор, пока у нас нету сердечек и полного набора рупий. Потому что как только рупии насобираются, ну, в принципе-то мы сможем найти, на что их потратить всегда, не переживайте. Здесь много чего можно закупить. Так. Ладно. 3,5 сердечка, это нормально. А вот, в принципе, даже дом. Ау. А это означает лишь одно. Мы сейчас подлечимся, потому что здесь специально вот... Понимаете, если мы умираем и респавнимся, мы почему-то респавнимся с 3 сердечками. Вот. И это должно, типа, подпортить жизнь. Но в связи с тем, что мы чаще всего респавнимся именно здесь, в этом доме, то нам, в принципе, сразу дают еще 3 сердца. Так. Ну, да. Первый раз, когда я пытался все это проходить, я проходил это без бумеранга, и поэтому мне было так сложно. А теперь мы должны с вами... Да, мы сейчас спустимся вот так вот вниз, 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 все, понял. Туда смысла идти нам нету, так что пойдем вот сюда. Ну, дойдем до места назначения и закончим на этом серию. Но если вы думаете, что это еще... быстро сейчас все пройдет, то вы крайне ошибаетесь. Тут еще достаточно много противных штуковин, готовых нас убить. Так, ладно. Плюмкалки, помните их еще из первой части? Это же они! Ну, наконец-то началось разнообразие флоры и фауны. Но нам сейчас все... И главное, что, видите, повозвращалась куча старых врагов. Еще опять этот предсказатель. Но я сейчас проверю точно предсказатель. Я нажимал неинтересно. Фоку, ты найдешь Ну, и 30 монет он взял теперь с нас, понимаете? Все насколько плохо. Ладно, так и быть, забирай. Так, ну и это еще не конь... А, рупию нам не дали. Сволочи, сволочи. Мы пойдем еще сюда. Заглянем, вспомним, что здесь у нас. Здесь у нас магазинчик. И, в принципе, мы можем вот эту... Вот эту зелюшку, да, приобрести. Зелье жизни. А... Для этого нам тоже еще нужны банки, кстати. Кстати, да. Не забывайте об этом. То есть, здесь зелье на разлив. Только со своей тарой. Ладно, все. Вроде приготовились знатно. Нет, бумеранг здесь сделан отлично. Бумеранг здесь сделан отлично. В отличие от прошлой части. Так, мы, конечно же, здесь можем походить с вами. Посмотреть, что здесь. Вот здесь табличечка. Восточный дворец, замок Хейрула.
А вот и как раз тот здоровый камень, который нас не пускал. А здесь у нас, давайте, все понажимал. Ладно, давайте не будем отходить от назначенного маршрута, потом полазим, потом. Сейчас у нас дела поважнее. Нам нужно спасти старца. Так. Но и то уж. Так. И это у нас пещерка. Я исцелю твои раны и прогоню усталость. Закрой глаза и расслабься. А фея-то здоровенная-то. Фея-то здоровенная-приздоровенная. Так, ладно. Еще б здесь бы не запутаться-то. По факту. А? Монеточка. Так. В принципе-то, я думаю, что мы здесь поднимемся и ничего не найдем. По-любому. Вот 100 пудов. Ну, кроме красных рупий. Кстати-то, рупии-то тоже разнообразились. То их было 2 вида, а теперь их 3. Не сильно уж холодно, как говорится, но смысл понятен. И вот то самое необходимое нам место. А еще вот эти живые статуи. Но мы сюда вот так вот спустимся. Зайдем вот сюда. И старец. Да, я Сахасрахла. Ага. Староста деревни и потомок семи мудрецов. Действительно, Сергей, я удивлен, что ты такой юнец, как ты, ищешь меч, сокрушающий зло. Не каждому дано владеть им. Бытует легенда, что только герой, который соберет 3 кулона, сможет управиться с этим мечом. Ты точно хочешь его найти? Да. Хорошо, в качестве испытания ты должен принести мне кулон храбрости из Восточного Дворца. Если справишься, я расскажу тебе больше о легенде и дам магический артефакт. А теперь ступай во дворец. Хорошо, но для начала я должен сделать это. И здесь мы... Раз, сундучок. Ты нашел несколько бомб. Теперь ты можешь... Так. 50 рупий. И 50 рупий. И опять у нас куча всего. Давайте зайдем в подземелье, в данжик, и закончим на этом серию. А то почему-то как-то не хочется это оставлять все на потом. Так, а вот с попаданием в этот данж будет уже проблема. Потому что он... А он там, в принципе, не такая уж это и большая проблема. Попадание его туда. Здесь мы можем вот так вот пройти, да? И здесь мы ничего не найдем. Так. Хорошо. Давайте спускаемся. И не промазывай, гремлин. Вот здесь вот так вот. Конечно. Конечно. Мы же должны здесь полностью весь круг пройти. Парень, не убегай. Так. Еще 5 стрел, которых у нас и так предостаточно. Давайте пробежим мимо.
Окей, давай, подымайся. Вот. Так, но здесь тоже... Этот злобный колдун солдат даже сюда направил. Какой же он все-таки злой, этот колдун-то. Обиднее всего, когда ты сражаешься, и тебя сталкивают, и тебе приходится опять делать здоровенный круг. Так, ну а у нас здесь новый данж. По факту первый, если не брать первый стартовый замок в расчет. Ну и мы не с полным сердечком. И, кстати, вы же заметили, что, да, у нас нет метательного меча-то. А? Как вам, да, такая вещь? Ну ладно, на этом мы с вами закончим, ребят. С вами был Гремлин Серж. Если вам понравилось это видео, как и вот эти вот циклопики-глазастики, то, конечно же, ставьте палец вверх. Ну и напишите комментарий, что ли. И, конечно же, переходим на канал Taurus Gaming Revival и смотрим видео других летсплееров. Они такие же классные и интересные. Покедова!